Похищенные на северо-западе Москвы сестры Шутовы могут находиться в Рязанской области. Об этом сообщили в столичном управлении МВД. Там засекли машину злоумышленников, которая находилась в системе «Автопоиск». Сейчас оперативники проверяют все адреса, по которым могут прибывать Саша и Настя. Телефоны девочек выключены, и отследить их сигнал пока не удается. Но тем временем, со слов очевидцев, стало ясно. Похищению причастна мать школьниц, Инна Гробман. Она лишена родительских прав, и детей воспитывала бабушка Шутовых. Накануне вечером она вышла на связь с руководителем общественной организации Сергеем Воропаевым и позволила ему поговорить с девочками. Мы созвонились, трубку взяла женщина, сказала, что я мама, она представилась Гробман. Я говорю, мне бы хотелось сначала услышать девочек, а они мне дали говорить и с двумя девочками. Девочки, конечно, тоже немножечко напряжены. Вот я узнал, покушали они, самое главное, не обижают ли их, действительно ли это их родители. Они сказали, да, действительно, что это их родители.